Роналдо с мячом. Хороший выход. Роналдо успевает. Его сбивают, и пенальти. Пенальти. Абсолютно верный пенальти. Вот кому доверят бить? Самому Роналдо, пострадавшему. Бразильцы уже поздравляют. Самого-самого в их команде. Никакие уговоры, я думаю, не подействуют. И желтая карточка у вратаря сборной Чили. Нелсона Топея. Вы знаете, черный день для него сегодня. Сегодня черный день. Два удара, два забитых мяча. Смотрите. Вот что значит скорость этого футболиста. Да. Ну, может быть, я и в какой-то степени ошибаюсь, утверждая, что процентов был на 100 пенальти. Может быть, на 100% был пенальти. Может быть, вратарь заигрался. Сам Роналдо будет бить. Уже когда выкатывался на бразильца, уже не мог ничего сделать. Сила инерции. Но нарушение было в штрафной площади. Вспышки фотоаппаратов многочисленные. Роналдо разбегается и забивает мяч. Гол, 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 гол. Сейчас кричат на весь мир бразильские комментаторы, а кричать они это умеют. Радуется Сюзанна, будущая жена Роналдо. И мы поздравляем лучшего футболиста со вторым забитым мячом. Нельсона Коста, видимо, многое понял. Да, пробил он все-таки вратаря, хотя Топея угадал, куда будет направлен мяч. Вот видите, вспышки фотоаппаратов многочисленные засверкали. Не обманул вратаря. Ну что ж, Роналдо забивает третий мяч в первом тайме матча Бразилия-Чили.